Эшки, всем я Квас, и я рад приветствовать вас на своем канале Astro Colony. На экранах продолжаем здесь играться. Значит, нам сегодня нужно покрыть огромное количество изучения всякого, вот. Такими стройными рядами? А, ну оно, собственно, так и должно идти, правильно. Ну вот. И прям вот вообще. Да, это я умею рассказывать о планах. Значит, в целом, конечно, было бы неплохо изучить картографию, потому что без картографии мы не можем изучать электронику. Без электроники у нас не будет никогда улучшенного производства, а без улучшенного производства у нас будет ни ядерной энергетики, ни передачи, собственно, этой самой энергии куда-либо. Насколько я помню, передачу энергии нам в том числе потребуется для звездных врат. Ну, я не уверен, но по-моему это так, но не факт. Кроме того, нам нужно будет изучить высокие технологии, черные дыры. Это не расизм, это оговорка. Вот, черные дыры, улучшенную робототехнику, потому что без робототехники звездные врата мы тоже построить не сможем. Вот. Вероятно, в первую очередь все-таки ядерную энергетику, для того, чтобы у нас уже был некоторый запас прочности нашей электросистемы. Аккумулятор я один поставил, у меня есть возможность еще несколько поставить, но пока я не вижу какого-то в этом смысла. Значит, нам нужно также вот эту хрень изучать, потому что... Да хотя... Наверное, не надо. Пока я не вижу этого смысла, поэтому тыкаем картографию. На картографию нам нужно 40 астрономий, это просто пиздец какой-то. Ну вот. Потом нам вот это надо. Биология у нас, благо, есть. А здесь у нас биология... Ну, биологию нам проще всего будет поковырять. Ученый сборщик мы сделаем. Я пока вот эту вот хрень не перевожу на дронов, потому что есть большое подозрение, что это будет даже хуже, чем если бы мы вот это вот использовали. Потому что, во-первых, почему-то не успевает обрабатывать игра все запросы, которые тут есть. То есть, видишь, они простаивают. И не потому, что нет работы. Работа есть. Вот. Но просто они почему-то простаивают. То есть, возможно, задачи были выданы каким-то другим дроном, и они просто по очереди это выполняют. Вот. Хотя я думал, что у них нет как таковых очередей. Потому что встречалось, что стоит дрон, да, ему нужно отсюда, допустим, перенести вот сюда ресурс какой-то. И было бы очевидно, если бы он один носил бы туда-сюда несколько раз. Но нет, он два раза отнесет, потом уходит, приходит другой дрон и делает дальше. То есть не очень понятно, как это все распределяется. Но, видимо, как-то это распределяется. Поэтому пока я не вижу какого-то смысла на переделку этой схемы. Единственное, что я бы, может быть, поставил зеленые конвейеры, чтобы это быстрее просто рассасывалось. Был бы лазерный бур промышленный, вообще бы огонь. Причем, знаешь, на по типу вот этой ерундени. Ну вот такая хрень. Ты ее ставишь где-нибудь на метеороиде или планетоиде, подключаешь там, допустим, через тот же приемник электроэнергии его, чтобы он потреблял дохрена просто энергии, допустим, 1 киловатт, вот, чтобы прям реально было тяжело. Ну нет, 1 киловатт, наверное, многовато, потому что у нас сейчас вся база потребляет 180 чего-то ватт, киловатт, непонятно, но тем не менее. И вот это вот все бы, вот как бы оно бы работало, и при этом точно лазером добывались бы ресурсы, причем с той же скоростью, с которой мы добываем с помощью вот этого бура. Вот это было бы вообще огонь. Причем есть подозрение, что это не сильно бы просаживало бы FPS.
Наверное. Да. Наверное бы нет. Ну, хрен его знает, конечно. Ух, сколько жратвы. Ребята, тут прям вы вообще, вам самое топ. Так, мы все собрали то, что надо. У нас очень неплохо идет изучение, я смотрю. Да, десяточка, нам вот флип надо добавить теперь еще. Единственное, не знаю, как тут фильтр, блин, поставить. Опа. А. Что? А, подожди, это мод, наверное, да? Items Material, да, это мод, но не очень понятный мод, в чем его разница, ну, посмотрим, мы, кстати, можем взять так, нет, подожди, не так, что там ему надо? Да что это? Вот эти зеленые хреновины. Насколько это квикли? Ну, видишь, используется больше стекла, да, то есть тут одно стекло и одна вот эта винты, а здесь 10 стекла и 2. Пиздец быстро, слушай. По-моему, это намного быстрее, чем даже красная. То есть красная — это не читы даже по сравнению с тем, что я здесь вижу. То есть вот этого нам хватит всего на 10 трубок. Надо сразу заказать кусок стекла. И здесь еще кварца насовать по самое не балуй. Туда он что-то не приходит. Это земля. У нас земли-то, наверное, и нет уже. Почему-то будет не ковырять. Сейчас мы вот это уберем. Нет, наверное, я бы здесь просто блокировку поставил, чтобы мы могли проверить, насколько это быстро все идет. Нам в любом случае надо сюда трубу поставить обратно. Это я буду так долго чувствую. Очень занимательный контент, честно говоря, вот сбривать полностью вот это все. Возможно, я погорячился, когда убирал промышленные буры. Ими бы я бы давно все, что надо, бы собрал. Но кто же знал. Кроме того, я так понимаю, что хоть это и читерский мод, потому что реально очень быстро все вылетает, я просто не помню, как красные работают. Мне кажется, все-таки медленнее. Но за счет того, что используется 10 стекла, хоть это и немного, с учетом того, сколько почвы набирается каждый раз, но по сути, если уж так рассматривать, то почва всегда была лишним ресурсом в плане того, что ты когда только начинаешь развиваться, добывать с помощью кирки ресурсы, у тебя этой почвы просто хоть в жопу жуй. Ты не знаешь, куда ее девать. Благо здесь бесконечный что инвентарь, что ящик. Но при всем при этом, она как бы лежит мертвым грузом, и ты выкинуть не можешь. У тебя нет в инвентаре возможности выкинуть ресурс. Тут он к тебе лежит, и все. Вот, 1200. И что ты с этим будешь делать? Ничего. Ну вот, то есть это где-то в долгом ящике валяется, и ты не знаешь, что с этим делать, а это накапливается со временем. И что довольно забавно, дроны появляются для добычи ресурсов раньше, чем промышленный
ну, улучшенный бурт. Хотя, по идее, как мне кажется, дроны должны быть позже буров. Ну, почему-то мне так кажется. Это более сложная технология, чем добывать на большем радиусе. Ну так вот, у тебя все равно дохрена этой почвы. Вот. И создатель этого мода решил вот таким вот образом избавиться от лишней почвы, потому что из 10 почв у тебя получается один кварт, из одного кварта, по-моему, получается одно стекло. А тебе нужно 10 стекол для одной трубы. То есть это уже 100 почв тебе уходят на трубу. Вот. Ну и понятное дело, что тебе одна секция трубы не нужна, тебе нужно, ну, 100, например, да, и это уже 10 тысяч почв уходит на эту хрень. То есть это очень неплохой рецепт для уничтожения лишнего ресурса. Ну вот, при этом сами винты, например, легко делают, что, в общем-то, неплохо. Я предполагаю, что это даже можно объяснить, почему винтов нужно меньше, чем стекла. Потому что ты, по сути, трубы скручиваешь между собой, когда стыкуешь. А сами трубы, они стеклянные. Хотя, конечно, по идее, вот, допустим, красного тира трубы или, например, следующего уровня, то есть после красного, я бы использовал уже не стекло, а пластик. Потому что, во-первых, мы его изучим, он у нас появится. Он будет сложен в производстве, потому что пластик делается из дерева, а дерево здесь выращивается тоже крайне неприятно. Вот. Можно, конечно, этот вопрос когда-нибудь порешается, когда у нас появится терраформинг, в котором разработчики постоянно говорят, что они хотят сделать так, чтобы мы могли планетоиды терраформировать, то есть создавать атмосферу. Все в таком ключе. Это не только вот это вот сбривание всего под ноль или создание своего какого-то своего планетоида, а именно терраформинг, создание атмосферы и тому подобное. Не знаю, как они этого будут достигать, понятия не имею. Может быть, ну, в моем бы случае очевидно было бы создавать купол, то есть как вот мы делаем кислородный купол на нашем на нашей барже, так и здесь создавать какой-то купол, допустим, из того же стекла и создавать атмосферу. Это было бы прикольно. Это бы прикольно бы выглядело. Вот. Ну и сама концепция неплохая. Ну вот. Короче, к чему я? Вот это вот следующий уровень трубы, который у нас есть. Вот, видишь, он делает это так же из стекла, из одного стекла, то есть она усложнена только тем, что у нас появляется вот эта вот черная плита, которая действительно сложно делается, она, по-моему, с углеродом смешивается. Вот, а углерод, как вы помните, это 10 угля на одну плитку. Вот. И тоже непонятно почему, то есть как будто бы на стекло намазывают. Но стекла, видишь, все равно мало используется. А здесь ты, блин, этого стекла охренеешь убирать. Так, ладно, мы ковыряли. А, знаешь, что я еще подумал, вот пока я это все ковырял? У нас же с вами появился этот самолет. Где он? Ангар. Для постройки транспортных средств. А, планетоход. Нет, подожди. Где? Где моя штука? Круглопильный станок. Учебный центр. Ну, мы же изучили, по-моему, эти самолеты. Это вот космический корабль. Вот. Где он? Почему они это сломали, я не понимаю. Вот где мне космический корабль собрать? Мне скажет. А, подожди. И у нас есть. У нас есть. Как называется? Строка. Нет. О, П. Нет.
Космический корабль. Да, вот где? Как? Как его сделать? Скажите мне. По идее, там взлетка должна быть. Взлетно-посадочная полоса. О, ну блин, натыкали непонятно чего. Ладно, давай через чертежи посмотрим. Вообще нет. То есть раньше был вот этот ангар, но этот ангар, он для транспортных средств. Ну, ладно, хотя давай его тоже построим. Не вопрос. Давай, сколько там? 6 трубок надо. Приземлиться это Е, покинуть. Вот это стандартная наша скорость. Вот мы можем трейсить, получается. Вот Alt этот, вверх, вот так. Shift ускорение. Ну вот и все, и нормально. По идее, нам пока будем, наверное, садиться где-нибудь вот здесь. Ой. Пока норм. Вот эту хрень мы удаляем. Нафиг она нам не перла. Когда потеряем этот корабль, сделаем нам. Вот. Причем я сюда, наверное, сразу же продуло базовый склад и вот эту штуку. Там это надо. Пока мы должны так. Так. Значит, водород 114. Вот 131, что как и было. По идее 200 палок нам надо. Сейчас заберем. Теперь я хотел поставить вот эту ебалу. Нам нужно еще где-то 10 алюминиевых свитков. Вот. И мы ее поставим где-нибудь здесь, наверное. Я не вижу, нужно ли здесь электричество. А, здесь нужны какие-то ресурсы тоже. Ага, титановый пруд и золотой провод. Замечательно. Ерунда заключается в том, что это постоянно не работает. То есть тебе надо в любом случае... я хотел здесь поставить. Я хотел это поставить вот здесь. Я понял. Ну, мало места. Я понял. Вот, короче, эта штука, она постоянно не работает, пока ресурсов не есть. Она показывает, что вокруг тебя происходит. Когда ресурсов нет, она не работает. Поэтому я не знаю, насколько это нам прям уж необходимо. Мы можем сюда запердолить. Во-первых, взять человека на работу. Работу. Так.
прилетает. Но это, конечно, ну такое. Стекло мы забираем. Вот, да? И теперь мы берем и убираем. Вот это понеслось. Да, это явно быстрее, чем в красных трубах происходит. Вот. Очень не хватает, знаете, чего? Как во всяких подобных игрушках, когда ты открываешь вот эту вот штуку, и тут пишется свойство, то есть скорость, сколько за вот такую вот там, в секунду или в минуту проходит ресурсов. Вот. Ну, это, конечно, да. Это круто. И если бы были бы возможности, я бы такую штуку поставил где-то. Какой скорость набирает. Вот. Проблема у нас только заключается в том, что вот тут проблема. Тут оно явно медленнее движется. То есть вот это зеленое, по ощущениям, у нее скорость движения такая же, как у синей трубы. То есть максимум, чего мы можем добиться, это то, что у нас вот эти вот ресурсы по зеленой трубе вот сюда будут приходить максимально быстро. Вот. И все, и больше ничего. Вот, видишь, он там прилетает с какой скоростью. Мы в целом можем к этой зеленой трубе присовокупить, наверное, несколько синих. Вот. И этого будет вполне себе хватать, чтобы все это долетало куда надо с огромной скоростью. Так, вот сбрил тут еще некоторую территорию. У меня получилось 1300 почвы. Пойдем посмотрим, что у нас здесь. Здесь явно больше времени прошло на все. Ну, кстати, урана наколупал. Ну, видишь, почва маловато. Почву он, конечно, мало брил. Вот. Но зато все остальное они неплохо. Неплохо. Давай заберем это все. Так, вот это явно я добивал, да? Да. В целом, конечно, неплохо. Но это если их оставить на какой-то срок одних. Да. 2000 урона. Охренеть, конечно. Так. Да. Давай снова поделим пополам. Да, вот это. Это. Вот, имя у нас пошло. Нам только 160 надо было, да? Отлично. Пошли брить дальше. Блин. Я сегодня бродобрей, короче. Я сегодня брею. О, ядерная энергетика нас выучила. Замечательно. Ядерная энергетика это очень хорошо. Что нам для нее надо? Нам нужно 8 чего-то и куда-то. Если момент не очень понятно. Использует урановый путь. Не очень понятно. Он выдает энергию, он же не пишет. Мы знаем, что этот угольный реактор нам выдает 10 энергии. Солнечная батарея выдает 1. Вот. То есть. И нам еще надо подумать, куда его запердолить. Чтобы он нам не мешал. Не уверен, что нам нужен прям один. Кстати, а что у нас тут такое происходит? А, у нас тут эти стояли.
двигателя. Типа. Вот. Ну, собственно. Можно, кстати, и сюда заготовить. Да? Почему бы и нет? Значит, нам нужно 6 каких-то балок, которые делаются из вот этого. А где делаются? Делаются они в улучшенном строителе. Подожди, улучшенный строитель, это ты? Да. Значит, нам нужно таких 6 штук. Для этого мы тебе сейчас в карман насуем вот этого и вот этого. Ты. Ну, он небольшой, уже радует. Можно даже будет его есть несколько. Да, поставить кого? Да, две штучки мы тут можем поставить спокойно. Да, а давай еще. Второй реактор. А, нет, он туда не влезает. Тихо. Так. Значит, в идеале бы я бы, наверное, вот сюда бы сделал вот такую штуку. Или нет. Я просто не знаю, будут ли они нормально носить или нет. В чем проблема-то? Она крутохнет. Будут ли они это нормально носить? В чем вопрос? Понятно. 445 энергии. В целом, если уран закончится, у нас есть еще солнечные панели, которые работают и так. И пофиг. Значит, там нужно 80 этого и 80 астрономий. Охренеть просто. Где тебе 80 астрономий давать? Я думаю, знаешь, что мы сейчас сделаем? Ну, не сейчас, а в целом. Я дожую вот эту вот хрень, которую сейчас дожевываю. Соберу всю руду, которая тут есть. Ну вот. То есть, уран с медью мы заберем, потому что уран сейчас у нас используется. Ну вот. Мы всех дронов, которые у нас есть, мы их перетащим вот сюда. Ну вот. Это у нас откроются необходимые технологии для этого. И таким образом мы будем добывать максимальное количество ресурсов в секунду, в минуту и так далее. Чтобы вот это, ну, нам нужна точно титановая руда, нам нужна алюминиевая руда, уран, понятное дело, нам нужен. А вот там я вот довыравниваю площадку до какого-то момента, до какого-то уровня, я не знаю. И все-таки буду ставить промышленные добытчики. Вот, потому что, во-первых, нам нужно, что нам нужно? Нам нужно это, кварц количество. Вот. Чтобы он был, нам, соответственно, нужно, чтобы добывалась земля. Вот, почва. А почва у нас дронами не собирается, поэтому
нам бессмысленно здесь ставить только дрон. Вот, то есть мы... Оп. Здесь их поставим подряд. Три, да? И три у нас там стоит, да, насколько я помню? Да, три у нас стоит, а вообще у нас должно было быть 10. Вот. Чтобы у нас их было 10, нам нужно еще вот эти электроплитки. 120. Все, доделываем. Оп. И убираем фильтр. Я просто полетела нахрен. Довольно быстро, мне кажется. Ты смотри, каким темпом идет просто. Просто понеслось. Ну, вот это круто, конечно. Да, красный явно медленнее. То есть оно быстрее, чем это, но явно вот это медленнее, чем вот это. Ну, в целом, это тоже неплохо. Нам чем быстрее это уходит, тем лучше. Хотелось бы без читов, конечно. Так, вот. Так, значит, что у нас? 10, да? Двигает меня туда разбудка. 5.45. Я вот не знаю, нахрен оно нам надо. Честно, понять. Вообще, души не надо. Может быть, только для логистики какой-то, но... Функция вода и... Че? Передача воды на расстоянии. Нормально, никого не надо пока что. Значит, на эту игру, как вы знаете, есть моды, и их этих модов всего 9 штук, насколько я помню. У меня есть чит-консоль, но я ей пользуюсь крайне редко, только для того, чтобы добавить ресурсы, потому что я задолбался. Вот. Либо ускорить игру, как вариант, кстати. Вот. И вот это вот понять не имею, что это, то есть вот тут вот описание есть, и вот второй мод, который я использую, есть еще, кстати, официальный мод от разработчиков игры, это гонки, то есть это какая-то карта с гонками, где можно покататься, не пробовал, не знаю, понять не имею, я это удалил, вот, и, собственно, Hub Warehouse, это вот то, что нам добавили, вот. Превью файл, вот так вот оно все выглядит. Короче, всего 9 модов. Это очень грустно, вот, для игры. И, собственно, почему я решил сказать о модах, это то, что напомнить вот этот вот там, склад большой, который у нас есть, у которого есть возможность подключить напрямую трубы, в отличие от каких-либо других строений, к которым всегда нужно делать переходник на на конвейер. В какой-то далекой игре, название которой не то, что я не помню, мне кажется, что я даже и не знаю, я просто встречал эту возможность. Когда ты ставишь, вот такое вот, да, где у тебя четко определено, где какой вход, и ты максимум, что можешь сделать, это поменять. В данке ты можешь поменять только полярность, грубо говоря. В какой-то игре, но это реально очень давно было, лет 10, наверное, и то на тот момент игра была тоже не первой свежести, там была возможность, вот тебе нужно, например, чтобы вот здесь вот был квадратный вход. Ты тыкаешь перестроить, например, тратишь какие-то ресурсы, но у тебя появляется квадратный вход. Вот.
И это было максимально удобно, потому что тебе не надо было выдумывать, как вот это вот все собрать. Ты просто делаешь и перестраиваешь. Да, ты тратишь ресурсы на удобство, но это, блин, всегда так было. То есть либо ты сам сверлишь стены, да, потом убираешься вот это вот все, либо вызываешь профессионала, который придет со своим пылесосом, со своим там, перфоратором и просверлит качественно и повесит тебе телек, который не выпадет из стены, как если бы делал это ты сам. Вот. Но за это надо заплатить. За удобство, за комфорт. Здесь то же самое. За удобство, за комфорт ты должен заплатить ресурс. Вот если бы, кстати, надо записать это и потом написать разработчикам предложение. Предложение перестроить вот этот вот момент. Вот. То есть было бы очень неплохо. Было бы очень неплохо, если бы вот это вот конвейерное соединение можно было использовать как накопитель. Да, то есть ты просто где-то посередине трубы ставишь вот такой вот накопитель, да, он накапливает ресурсы. Вот. То есть ты можешь дальше либо трубами провести, либо там тот же конвейер соединить и так далее. Но ты эти делаешь накопители как обычный, получается, этот склад, но только для труб, да, который ты можешь прям в трубу внедрить. И дальше ты уже оттуда выбираешь то, что тебе нужно. Вот это было бы прикольно. Ну вот. И то же самое с перестройкой. То есть, ну, нужен тебе зачем-то вот накопитель вот такой вот, такого вида для конвейеров. Ты просто делаешь два входа конвейерных, перестраиваешь их, и у тебя получается накопитель. Ну, как вариант. Точно так же со всем остальным. Хочешь, чтобы здесь трубы появились, ты выбираешь, тыкаешь поменять там что-то, там, выходы, тыкаешь, и у тебя тут появляется труба. Ты можешь трубу подключить напрямую. Без вот этих упражнений с переходами на конвейер, на трубы и тому подобное. Потому что это максимально тупая схема, как по мне. Ну вот, особенно когда вот это не работает, если ты ее напрямую подключаешь сюда. Тебе должен быть здесь конвейер. Оно и по-другому нет. Вот, Титан уже пошел смотреть, да? Да. Вот. Мне кажется, это вообще было бы топ. Так, значит, туда. Тебе. Так, у нас 57. Я вот думаю, можешь сделать серию чисто по бурению. Просто без моих комментариев. Музыку наложу. И в режиме реального времени, как я сбриваю этот планетоид. Нет, я боюсь, это будет пиздец. На 1 апреля вообще. Точно. На 1 апреля это будет. Это я сделаю. Еее! Высокие технологии! Еее! Так, ладно. Давай передачу энергии. Так, что там передача энергии? Ну, кстати... черные дыры. Давай никого не нахрен. Да, давай пока это. Значит. Как классно. Какой я умный. Я все изучаю. Так, высокие технологии. Нам надо вот эти полимеры делать. Ерунда у нас заключается в том, что мы можем заказывать только 6 ресурсов. Умолчанию нам надо как-то куда-то зачем. Как вариант, мы делаем вот такую вот штукенцию. Сюда закордоливаем. Оп. Да. И здесь у нас получается вот эти высокие технологии. То есть мы будем запихивать 100 плит и 100 полимеров. Сюда мы будем 10, 100 плит и вот эти полимеры, да? Ну вот. Каменные плиты у нас есть, вот нам нужно делать теперь только полимеры. А полимеры у нас где делаются, я так понимаю, где-нибудь в каком-нибудь сборщике 2.0, да? А нам его надо поставить. А для этого нужно 12 вот этих.
есть возможность сделать полимеры. Они делаются у нас из древесины. Хорошо. Что нам здесь надо? Нам нужно 4 полимера. Надо куда-нибудь записывать. 4 полимера и 4 бетонных плиты. Я запишу. Сейчас. Секунду. Так. Что нам надо? Нам нужна биология. Больше. Уже проще. Кстати, можно так ее отключить. Нам же больше не биология не нужна. Да, больше нигде не нужно, можно ее отключить. А нам нужна, получается, астрономия 80 и химия 80. Я отключу. Это можно запрашивать напрямую. Так, значит, биология нам не нужна. Ресурсы пусть приходят. Хотя нет, они не будут приходить, мы же не будем даже запрашивать. Мы будем запрашивать вот это. Что нам для... Давай обратно включу. Значит, для биологии нам нужно вот это. И вот это. Биологии не надо нам. Нам надо вот это. Также берем 5, 200, и вот этот, и вот этот. Такие ямы наделали дроны, просто огонь. Так, наверное, я бы уже начал переселять вот этих товарищей бы туда. Ну, у них тут может быть некоторые проблемы возникнут. Мы эту проблему уберем тем, что подключим, наверное, как-нибудь поближе. Ну ладно. Сейчас разберем. 8 штук надо поставить. Я предполагаю, на самом деле, что он вполне... Они, кстати, идут? Вот они не идут. А мы сможем их... Берем. А, стал неправильно. Mm-hmm.
Вот. И теперь нам надо со станции переселить 32 дрона. Так. Где? Рукоп, нет. Текущая станция. Руды практически не то что практически, и нет, мы по сути вот это сейчас ставим только для того, чтобы углубиться до определенного уровня, и этот таким образом идти вот в ту сторону. Вот этот вот этот участок я сбрею сам, он нам не мешал. Ну вот, возможно, я вот не знаю, насколько это. О, какой он верный. Возможно, стоит все-таки начать с какой-то стороны и отходить. То есть, может быть, вот тут с этой стороны начать. Так, есть. Наверное, вот этот добрее до конца. Это нет, я его не добрею. Так, временем потребуется. Значит, нам надо его облететь. Это назад. Почему-то все еще у нас. Вы не можете? Лось. Почему-то. Я не очень сейчас понимаю. Я его вроде перевернул. Мы сейчас вообще не на сетке идем, не очень понимаем такого. То есть это назад. Вот он, это назад почему-то. Это вперед. Это направо, это налево. Ну охренеть, просто логика. Почему так, непонятно. Это вперед. Вперед, я понял. Я понял логику. Да, все понятно. Так, окей. Хорошо припарковались. Что? Значит, площадку мы будем делать где-то здесь. Мне кажется, норм. Потому что все остальное это будет уже соединяться конвейерами. И как бы хрен. Вот. Стоп. Теперь самое, блин, сложное в плане затрат. Передатчик воткнем. Сколько он? А, ну... Максимум он может передавать 100. А нам надо 6 на 8, 40 будет. Нам нужно сделать. Приемник. О, улучшенная работа. Шинит. Замечательно. Так, здесь у нас 100 вот эта хрень. Не знаю, когда мы ее соберем. Поставим. Так, производство запасено, это все. Нам надо здесь энергию подрубить. А вот. Здесь я хочу поставить пока что блокировку. Так, и теперь смотрим на тебя. Что-то он его не выбирает. Не, он его как будто бы не видит. Это...
какая-то странная херня. Я сейчас вообще ничего не понимаю, как это работает должно. Вот. Тут он его поймал. Никаких вопросов нет. Он его поймал. Передаю 48 энергии. Вообще никаких вопросов нет. Так, окей. Давай еще. По-другому сделаем. Я так понимаю, нам надо как-то сделать так, чтобы нам вот эта хрень не мешала. Ну, давай сделаем вылет такой. Не очень приятный. Мы, естественно, потом уберем. Да. И, например, мы... И здесь мы... Делаем вот так. Будем передавать одну энергию. Оп. Сука. Почему нет? То есть на одной локации. Он как бы да? А на другой нет. Я сейчас вообще не понимаю. Мне кажется, надо пересмотреть мой старый ролик, потому что там, я кажется, этот вопрос разбирал, как оно работает. А здесь что-то. Это какая-то странная хрень. Да, короче, пересмотрел ролик. Я там ничего не объяснял. Вот. Но прикол в том, что там вот энергия передавалась, получается, от базы основной к астероиду. То есть я не использовал такое, чтобы передавалось через астероид. Но опять не передает. Возможно, слишком далеко. Но опять сделали. Добил. Окей. Убираем. Ну, потому что он ближе стоит, я понял. Если мы... Я... Да. Так, я буду в этом делать. Видишь, все. Не достает. Так. Давай ближе. Еще ближе. Нет. То есть вот тут он где-то ловит, а вот тут не ловит. То есть нам надо... Нам надо, блин, вот эту схему сейчас продумывать. Ну, допустим, зимний здесь 10. Ставим передачу. Вот он его до него дотянулся. А потом мы берем. Убираем. Нам нужно вот тут
поставить что-то. Ну, мы поставим его. Да? Его ставим. Тебя мы убираем. Я хочу попробовать его запердолить вот сюда. Так, здесь у нас должна быть стена наша любимая. Здесь потолок. Здесь ты. Да? Добивает. Добивает. Замечательно. Хорошо. А если мы тебя поставим вот сюда, добьешь ли ты? Добивает. Все, замечательно. Тогда нам будет... Надо ставить два приемника и два передатчика. Это просто песня. Ну вот, ты нам будешь отправлять сколько там? 8. Передаем энергию. Здесь у нас 50 энергии. А, потребление 50. А, передает 48. А, ты понял. Да. А, так. Сколько у нас тут? Ого, энергия. Производит сети 96, потребляет 48. Нагрузка сети 50. Не понял, вообще не шиша. Ну ладно. Каким-то образом у нас получается 100 энергии. Ну вот, тем не менее, у нас все это пошло накапливаться. Все это стало вываливаться, как видите, прям, ну, так, нормально. Вот это все сюда стало засовываться. Ну, нам теперь осталось укладно ковырять. Так, единственное, вот тогда здесь мы делаем 50. А, наверное, лишнее вот откуда оно. Хотя нет. 50. Не, короче. Что за ерунда? Тут 48 из 100. Откуда эти 100 взялись? Вообще непонятно. Как будто эта хрень как-то еще электричество генерирует. Какая-то ерундень. Немного они несимметрично работают. Несинхронно, точнее. Ну и ладно. На ту зиму хорошо накапливают. Так, осталось только трубу туда делать, блин. Планетоид, который замороженный, чтобы с него весь лёд собрать. Ну вот, в общем, это вопрос на будущее. Я думал, сегодня закончить, но нет. Значит, следующий момент, что мы будем с вами делать, это изучать черные дыры и звездные ворота. Возможно, я это все сделаю за кадром, чтобы не тратить время тупо. Нам же еще эти звездные ворота надо собирать. Вот. Поэтому лучше уж само изучение, сам процесс ожидания, когда это все изучится, потому что ресурсов у нас достаточно. Ну, я оставлю на потом. Вот. Не забывайте оставлять комментарии, лайки, дизлайки, заходите в Дискорд, Дзен и Телегу. Всем удачи и пока.